Тело живое. Эпиграф. Наше живое тело располагает нас в субъективном центре нашего центра гетерогенного мира, как в точке зеро наших экзистенциальных проектов. Живое тело остается центром, а другие вещи остаются наружными. Эдмунд Гуссерль. Белое теплое, белое снежное, белое свежее или топленое, белое нижнее спрятало нежное женское тело, слегка утомленное, сахарной пудрой скрывая сокровища, негою белой, туманом и кружевом, на перламутре волной отутюжину. Створки раскрыла, вдруг утро простужину. Тело живое. Тело живое.